Надо действовать аккуратно. Эй, что? Я убью тебя! Что? من دعاء سحرية الجيش تعاو حجن تقى تبيخ يخ يخ Увидят, сразу накинутся. На куски порву. Сдохни, тварь!
Проклятие! Быстрее! Тебе конец! Эй, ты! Стой!
Я верну позже. Right position, Gerech. Этот юноша повинен в богохульстве. Его наказание — урок для прочих. Стрелял. Что ты?
Ну что там? Ничего нет. Эй! Тупица! Ты что делаешь? Что? Что ты... Эй! Сейчас. Потерпи. Что ты...
Место хорошо охраняется. Стой! Стоять! На куски порву. Я говорю правду. А ну молчать! Как ты смеешь? Жрец, что сделал этот юноша? Тебя это не касается. Уходи! Мальчишка получит по заслугам. Себик мой бог! Себик мой бог! Я его раб! Эй, в чем твоя вина? Я перевозил золотые статуи Себика в Крокодилополис. Мой корабль пошел ко дну у маяка. Я чуть не погиб. Статуи пропали? Я их не крал. Тихо! А ты назад, отребье! Эй, не угрожай мне. Я Меджай. Если он говорит правду, я найду статуэтки. Если лжет, делай, что хочешь. Нужно осмотреть Октарему. Украсть у бога тягчайшее преступление. Наказание за такой проступок должно быть суровым. Обломки корабля. Может, здесь? Золотая статуэтка Себика. Красивая. Все, как сказал мальчик. Наконец-то мне... Золотая статуэтка Себика. Красивая. Мальчик не врал. Надо вернуть золотые статуэтки Себика жрецу. Беззаконников. Нечестивцев ждут лишь страдания. Всем пора... Жрец, я нашел твои статуэтки. Мальчик не врал. От этого мальчишки одни неприятности. Его ждут наказания за нерадивость.
Жалкий трус, прикрывшийся маской жреца! Ненавижу маски. Не лезь не в свое дело, чернь! Убирайся в свою пустыню! Я Меджай, бесчестный пес! Тебе конец! Ты потерял свою власть вместе с маской, жрец. Пусть Дуат примет тебя. Зараза! Как быть дальше? В храме меня не примут. Себек оставил золото тебе. Можешь вернуться в храм или к семье. Решай сам. Да хранит тебя Себек. Что бы ни делал, не прячь лицо. Жрецам Египта давно пора снять маски. Египтянам ничего. Новые законы греки пишут. Что? Греки жиреют и богатеют, а мы голодаем. Что ты? Этот дом как будто сжег сам Ра. Кто ты идешь? Сгорело все. Он вооружен. Я Баек. Меджай. Ты правда Меджай? Надеюсь, что не Филакит. Я Захра. А это был мой дом. Кто сжег его? Дикари. Эти гнусные твари хотят выжить нас отсюда. Их счастье, что мы не встретились. Иначе я бы их выпотрошила. Надо сказать соседу греку. На него тоже могут напасть. Проводишь меня? Я пойду с тобой. Мы защитим эту землю. Да, ее нужно беречь, ведь она плодородна и щедра, как и я. Его дом уже недалеко. Лучше не отставай, Меджай. Что привело тебя в Фаюм? У нас редко бывают гости, тем более Меджаи. Я ищу убийц.
ты пришел куда нужно. Здесь полно псов на убой. В последнее время Фаюм сильно изменился. Давно они сжигают ваши дома? Порядки нового Птолемея. Очень многие не смогли защититься, и им пришлось уйти. Но моя семья никогда не сдавалась. Борьба стала нашей жизнью. Все эти годы мне было не до любви. Но я часто мечтала. Мой отец хотел, чтобы я нарожала кучу детей. Ха. Где уж тут возиться с детьми? Нужно было защищать дом. Может быть, твой сосед Грек укрывает поджигателей? Так было бы проще. Но нет. Я уверена, что это были незваные гости. Отойди подальше. Сейчас я... Еще чего? Нет уж. Сам отойди подальше. Я не боюсь оказаться в гуще боя. Ха. Крестьянка-воин, желающая умереть. Что ж, станцуем вместе. Что? Не убежит! Никакой пощады, пес! Проклятые трусы. Ты живой? Я... Мне плохо. Веревки были тугие, не чувствую ног. Помоги, пока сюда не пришли другие. Бион. Ну, какой же ты тяжелый. Если хочешь, я его донесу. Захра, это ужасно. Нек, Бион, хватит жить в страхе. Пора дать отпор. Ты просто посланница богов, Захра. Пусть все греки узнают о Захре, крестьянке-воине. Нужно найти логово бандитов. Я знаю, где это. Слуги видели всадников, скачущих из белой пустыни. В тех краях довольно много развалин. Еще они говорили про сына Ра. Должно быть их главарь. Сын Ра? Будто боги ему помогут. Не будем терять времени, Баек. Баек, нам нельзя медлить. Путь отсюда не близкий. Ладно, пора в путь. Сэм-а, Шаад! Боги, как же я люблю пустыню. Она для меня священна. Впервые сюда попав, я рыдала как дитя. Не знаю почему. А отец тогда сказал, что я глупышка. Пустыня помогает нам раскрыть себя.
Да. А ночью тут холодно. У такой воительницы должны быть поклонники. Никогда не думала завести семью. Есть кто на примете? Я вечно в бою. Но воин Миджай может это изменить. Там какие-то развалины. Это предложение? Ну же, Баек, время не ждет. Эй! Это не их главарь. Сын Ра, главный у них, раздавал приказы из тюрьмы. Его держат в плену в ближайшем караван-сарае. Он организовывал поджоги. Считает себя богом, неуязвимым. Пора объяснить этому ничтожеству, что он ошибается. А ты силен, Баек. Как и ты. Уроки не прошли даром. Разбойники думают, что это правда сын Ра? Как он смог их убедить? А вот дерьмо! Догнать тварь!
Кровь за кровь! Эй! На чем мы остановились? Разбойники думают, что это правда сын Ра? Как он смог их убедить? Сын Бога? Безумие. Аж жуть берет. Мне это знакомо. Если ты безумно хочешь во что-то верить, поверишь. Захра, не нужно со мной спорить. В этот раз я пойду один. А ну прекрати нести чушь. Я не стану прятаться, пока ты сражаешься. Слушай, так спокойнее. Мне проще сделать все одному. Ладно, делай как знаешь, а я буду рядом. Сюда меня не пустят. По-моему, он совсем ополоумел. Глаза его видел? Эй! Так, что хуже? Тебе конец! Кого-то ожидает хорошая съемка. Я живу. Дышу полной грудью. Чувствую твердую землю. Не убей, вот ты где! Эй!
Что ты? Защищайте Тири. За мной, Харри. Мы сильнее. Проклятие. Архонт ранен. Какой никчемный бог! Я есть никто. Никто. Но когда сын Ра приказывает кому-то действовать, он действует. Нак! Ты приказал убивать! И мне не жаль. А Байку из Сивы жаль? Я потерял семью. Ровно как и ты. Теперь мы можем делать что угодно. Нет! Мы не похожи! Ты жёг поля! Убивал невинных! Ты безумен! Лицемер! Но! Ты можешь покрыть трупами хоть всю землю! Мне глубоко наплевать. Весь мир будет пылать. Орден никого не спасет. И ты сгоришь, Меджай. Да найдешь ты путь в царство Дуата. Он мертв. Скажу Захре. Innocent!
Сын Ра мертв. Это было жутко. Его безумие как будто заразно. Если долгое время говорить только с безумцами, станешь таким же. Ну что теперь? Пожары кончились, угодья целы. Не знаю, но я голодна. Наконец можно вернуться и спокойно поесть. Снова предложение? Ты же Миджай. Тебе виднее. Мои двери всегда открыты, а мед сладок.